Если вы заметили или не заметили, я подскажу, у нас на стенках, в основном на столбах, висят рисунки из тетради слов Светланы Сургановой. Вот. Можно посмотреть. А во время подготовки музыкантов к выступлению за моей спиной транслируются портреты Светланы, работы ее фанатов. Всем знакомым и неизвестным авторам огромное спасибо за их талант, за их творчество. Вот, тоже можно посмотреть. И дальше. Каждый год мы стараемся придумывать что-то новое в квартирнике, чтобы удивлять зрителей, чтобы не стоять на месте. И в этом году мы придумали такую фишку, как заочное участие. То есть фанатов очень много по всей России, не все могут доехать до Питера. Но это не значит, что они менее талантливы. И в этом году у нас в заочном участии приняли два человека из далекой Германии и из Белоруссии. Вот сейчас я хочу представить Анастасию Гетих. Она сама себя называет латентная поэтесса, которая бывает накрывает и пишет со стихи, песни и прочие слова. Анастасия живет в Германии и бережно хранит любовь к русскому языку. Творчество коллектива «Сургановый оркестр» является уже на протяжении 10 лет одним из главных источников вдохновения. Анастасия прислала нам большой привет, и сейчас мы услышим песню в ее исполнении. Подъем давно уже взрослый, зато люблю я уже не взрослый. И тихие вечерние часы, и тихие вечерние часы. О, солнечные, светлые пути, и все таки порою темень ближе, я свет включу, ничего не вижу, а выключу вселенную светильник, а выключу вселенную светильник. Как звезды ярко, как на юг горят, как сумрак неба, грозен и серьезен, как сумасшедший по вершинам сосок. Идут туда, куда глаза глядят, идут туда, куда глаза глядят. Thank you.